Працовывать за скутками, то есть так, как пробовать вычистить огород от хвастов, так? Тыкал, э, отчинаешь э, листья, так? Отчинул листья, пошла вода, снова что? Роща. И вот то так э, мощно не изменяет. Это важнейшее для чего люди ходят там, как вот в станах, там каждый человек ходит. У вас тоже уже начинается. Каждый тут и шпентый ходит у вас до психотерапевтов, объясняет. или а психотерапевты слухают, кивают, десять сразу послухали, зразумели, какие же там скутки, и пробуем те скутки в який же способ направить. Ну а и так, как те хвасты пробовать полищем, знищить, без сенсу. Треба вырывать ко... кожень. Часами выстарчал только пять минут размовы. Пять минут, едно здание, одно слово, Человек раз и сразу разумеет а уже родина летела в перепасть, уже были реляции вот за 5-12 лет перед и так далее. Хочешь, любилище и так далее. Но не буду укрывать, в этой конфликтологии, то, что сегодня будем говорить, также будет такой период, в котором мы будем разговаривать о тех связках, которые, конечно, должны закончить. Понимаете? Не я, не вы, не мы глупцами, мы знаем, что некоторые связки исчезают только как? Часовые, темчасовые, швечебные, кармичные вы их называете, и так, и так, и так. И тот, нужно хорошо понимать. Хорошо это нужно уметь видеть, и вот, например, для меня наибольший проблем, вот как я тут выкладываю, альбо за консультации, когда приходит пара и хочет сразу услышать о статичной слуха лючас. Чи нам дали вальчить чи родине, чи юж скончать. А правда, часами, в большинстве случаев так, вальчить, чтобы хорошо скончить. Вальчить еще месяц, вальчить еще три дня, чтобы позже добрже скончить. Бо если ты раскончить еще, то всю негативность понесете в новый реляции. Разумеете? Улюбленный едом за любимых Ошо. Бжми так. Он бардзу мондрей, бардзу таки важный, бардзу таки гламбойкий. Хочешь, достаточно просто и не выглядит на великом-великом яком шмандрусь. Ну врона, врона чарна. Приходит до совы. Влящий живет сова, значит, символизует мудрость и так далее, значит так. И вот Врона приходит до Совы и говорит, ты Сова? Ты там с теми гнездами есть не так мудра, так такая, такая, так, 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 такая, 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 так такая, так? такая, 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 так. такая, 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 Сова, поверь мне, что с этими гнездами? Почему я всегда попадаю на те гнезда, которые смердят. Сова так до Вроны подошла. Вер, что Врона, то не гнезда, то właśnie ты. И вот мы. А мамы разного рода конфликты и так далее. И в большинстве случаев, вправе 99,99%. все проблемы этих конфликтов видимы только в лончне, в гнездах. <laughs> а так на правде. И то наиглавнейшая философия в псих, э, Философия о всех всходня, она гласит, «Нема никого тут опрочь тебе». Вот есть только ты и волончни един. Все, что ты видишь на околе щеби, то есть твое иллюстрационное отбитие для твоего особистого развоя. А вот, вот тут на сале есть только одна истота. Нема ни мне, ни тебе. Есть одна истота, которая в том всем бавится. И мы нибо отчуваем, вот я отчувам, нибо я вот так и лючусь тут стоит. Вы отчуваете, вот вы такие. А так на правду мы все стоим мы едностью. I wszystko, co my widzimy, to jest teatr, który narzucony nam na nasze oczy w postaci programu tego Matrixa, przez który my musimy rozwijać się. I ot, a prawda i mądrość tej wielkiej przypowieści, w niej jak gdyby wyrażona to jest najważniejsze, że wszystkie gniazda nie śmierdzą. Śmierdzenie i przenosimy zazwyczaj za sobą. И зарубежьте, в этой приповестке дается первая порада, что бы вы ни делались, бы конфликт не попал, какие бы проблемы не появились. Первое, что нужно сделать, сделать импульс до шредка до себя. Как бы что ни стало. Конфликт, здрада, ошибство, там-то, то, тысяч разных и так далее. Первый шаг всегда нужно делать до себя.